Всем привет! 301 серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 23 апреля. Если вы ждете новой серии, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. После нескольких непростых дней Паран и Дилан наконец-то помирились. Чтобы укрепить свои отношения, они отправились вместе на природу, чтобы побыть вдвоем. Возле водопада и возле моря пара наслаждалась общением друг с другом. Баран признался, что до знакомства с Дилан все было как-то неопределенно, а она для него стала словно компасом, и он научился по-настоящему любить. А Дилан сказала, что они никогда не расстанутся, потому что у них одинаковая судьба, одна на двоих, и какие бы трудности и испытания ни выпали на их долю, они будут крепко держаться за руки, зная, что их любовь способна сохранить им жизни. Если не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.